сказался. Вводи, 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 вводи. Уходите, уходите, уходите. А что за собачка? Нам нужен незнакомый статист, эта падла меня узнала. Видела, как он завилял хвостом? Сейчас уже. В лифте еще. Он высунул морду у тебя между ног такой. Он не рычал. Может, не сразу узнал, потому что... Но он меня узнал, чтоб... Рычал здесь уже. А, потому что я его дразнила. Все, пошли гулять. Нам нужна Маша. Ты будешь снимать? Я поснимаю. Далее. Ну, я тебе говорю, он меня узнал. Ну, мы возьмем кого-нибудь, Машу. Зайчик. Ты там не Фастикс? Блин, он ему маленький. Да, я знаю. Вот сейчас корми, если у тебя есть еда, быстрее. Супер. Давай еще. Все, теперь идем гулять. Пошли. Да, Леркаш? У меня, короче, все. Я тебя не слышу. Двигайся плотнее. Двигайся, 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 двигайся. Только лапу ему... Да. Здесь ссать нельзя. Если нельзя, то не пускай его вообще к кустам тогда. Ничего. Нам особо еда не понадобится сегодня. Слушай, он не умеет выпутываться из поводка. Достанем его, может. Нет. Потом посмотришь на видео. Он все время цепляет лапой максимально неудачно. Да, пофиг. Смотри, вот он начал тебя хватать с земли, и кусок листа торчит изо рта. Хватать земли, хватать палки, вот это вот, это сигнал, что надо тормознуть. Мы слишком быстро двигаемся. Сейчас ну, можешь кормить. Мне кажется, он просто... Ну да, но речь про уже не надо. Там собака шла на той стороне. Если он пришел у тебя пасти, сразу отворачивайся от него. Чтобы не было вот этого вот. Я понял, у тебя еда. Такой, а что мне сделать? Да-да. Я бордер. Теперь просто не спеша двигайся. Если он начнет опять палки хватать, опять тормознем, ладно? Пошли. Отлично сделал вообще. Потому что он начинает поджимать попу.
тормози. Он начинает поджимать попу. Потом такой, нет. Потом ну, опять начинает поджимать попу. Пропустим. Опять нет. Еще он ее не видит. А видит. Зайчик, там собака. Так, ну у него точно правая задняя перегружена. Очень прямая. Там, короче, у него, скорее всего, эти... А, бедра твердющие. Посмотрим. Мусорка? Там мусорка. Туда не ходи. Мусорка и на... О, боже, какой ужас. И набитого стекла. Тонны просто. А? Горемычок, идея, мы здесь можем пропустить. Ты в кусты идти не хочешь? Пойдем попробуем. Не, не, пойдем там. Окей. Сейчас, тормози. Уходи. Уходи, уходи, уходи. Все, достаточно. Типа, смотри, он когда завис, вот там вот шла по той тропинке Юрик. Он когда завис, ты тогда его отводишь, но не слишком далеко. Просто отодвинуть на пару метров достаточно. Все, пойдем. А если он хочет погрызть палку, тогда постоим, пусть погрызет. Потому что он прям такой, знаешь, я чуть-чуть прошел, я понюхал, посмотрел по сторонам, мне надо отдохнуть. Я чуть-чуть пошел, понюхал, посмотрел по сторонам, надо отдохнуть. Не, нормально, нормально. Чуть плотнее поводком его забирай, потому что ты с ним разговариваешь, но он все равно туда ломится. Стой. Уходи, 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 уходи. Лен, не жди, пока он развернется. Уводи быстрее, 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 быстрее. Еще, 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 еще. Еще, 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 еще. Мы чуть-чуть опоздали. Вот сейчас, если он возьмет еду, дай ему. Только не тогда, когда он услышал, к тебе развернулся, ладно? Потому что он такой, повешу на куске. Сейчас. Теперь давай. А ты его прям отламываешь? Да. Может, накусай его кусочками? Да. О, он расстроился. У него такое лицо, знаешь, уши в разные стороны. Сколько кусков наломало? 6. Нормально. Хватит? Да, да. Пускай он посыт сейчас. Теперь веди его к палке. Потому что он у тебя клянчит еду. Ну, пускай. Все, стой, стой, стой.
Отходи. Он там... чуть-чуть сюда вернись, потому что он там ищет, где у тебя сырные крошки упали. И старайся поменьше употреблять кличку называть, хорошо? Да, сейчас. Где собака? А где собака? Он не увидел. Он посмотрел. Он не увидел. Он такой, посмотрю рандомно куда-нибудь. Где собака, Таль? Где собака? Вот сейчас. Нет. Не-не-не. Ну, зараза. Такой, я понял, что надо делать. Давай подойдем поближе. Давай подойдем поближе, Лен. Ты можешь отпустить его, да? Ты сонная, капец. Да. Отпускай поводок, золотко. Они уже ушли. Да. Ладно, все, пойдем. Если хочешь палку, пускай. Ты забыла, что мы вышли в 10 утра в субботу, а не просто в 10 утра. Сейчас мы тут встретим всех. Не очень хорошо. Да. Мы тут еще в первый раз встретили какого-то бегуна, на которого наорали бы все, включая Суру. Почему? Потому что он очень странный был и стрёмный. О. Вот. А Талер не наорал. Забирай. Супер. Слушай, ну это не 50 метров, это метров 30. Вот сейчас можешь его кормить. Давай. И ты можешь, знаешь, что от большого куска давайте ему просто откусывать. Сейчас наступи на поводок. Потому что та собака сигна... Только зажми кусок прям сильно в руку, чтобы он только резцами выгрызал. Ага. Он не смотрит на собаку, Лен. Такой, мне дали сырик. Нет, разводит. Руку убирай. Да. Все, пойдем. Хотела дворнягу, получила бордера. Ну, серьезно. Вот сейчас давай. А, нет, разводит. Шапошник, пошли. Идите, как обычно, по маршруту. Лёва. Ты сегодня такая, знаешь, как типичный хозяин на первой прогулке. На первом занятии. Ну, посмотришь потом видос. У тебя такие очень... заторможенной реакции. Сон. Ты очень сонная. Да, я вижу, сладко. Я ж не ругаюсь. Это просто потешно так. Да, с ним, короче, скорость надо как со снапом держать. Примерно. Сколько вы сейчас гуляете? По тропинке и обратно? Вот так. Но мы сейчас так не пойдем. Это очень много будет. А, типа вокруг... Все, я поняла. Окей. Зайчик, нет. И он очень взъерошенный. На боках, то есть у него, скорее всего, еще и эти, пойдем, еще и ребра. Ну, ребра у всех твердые, у меня тоже. Уходи влево, быстро, уже сейчас.
Короче, я, походу, буду полвидоса запикивать потом. Я покажу, почему я выматерилась. Смотрите, там бурбуль и что-то похожее на Кавказа, но не Кавказ. Просто вторая крупная собака. Просто крупная. Это не бурбуль, это барсук. А? Отлично. Они, наверное, по тропинке пойдут. Вот сейчас ты отошла прям почти вовремя. Потому что еще буквально секунда-две, и он бы начал бросаться. Ну, пускай, если он хочет. Да, они пошли там по тропинке. Ему бы, конечно, поводочек еще. Еще длиннее? Mm. Уходи. Быстрее, быстрее, быстрее. Потому что вот, у нас тут собачка стоит. Все, супер, разошлись, молодцы. Я вроде проснулся. Там, кстати, будет видно, я потом сделаю разборчик. Вот этот предлай. Его клинит, он хочет побегать. Ему надо палку или что-нибудь. А, он хочет вон тот мешок. Ну, пускай. Вот я его вчера забирала у него. Так это просто мешок. Он его жрет? Да. Прям проглатывает. Ну, я не знаю, но он у него вцепился. Ну, вы сходите, не знаю, может, к кустам выломаю ему палку? Ты можешь прямо с ним сходить? Нет, с ним не могу, там говно. А, людское, в смысле? Да. Окей. Иди сюда. Палочка! Это вместо, а не вместе. Ну вот с такими собаками нельзя брать с собой игрушку, потому что он будет все время в нее разгружаться и будет висеть на ней как на куске. А так он типа выплюнул и пошел. Он тебя будет сейчас туда итерации проводить. Давай пойдем. Ну, двигайся куда-нибудь, хорошо. Даль. Это ок, что собака разгружает. Ну, в общем, я еще комментирую для этого на видос. Это ок, что собака разгружается, не ок, если она очень плотно зависает. И Тайлеру мы даем... Вот, сейчас он, наверное, будет гадить наконец-то. И Тайлеру мы даем разгружаться, потому что иначе он не вывезет просто. Вот, и поскольку он сам себя тормозит, то это в пределах, в общем, допустимого. Туда не ходи. Это из этих кустов она? Лево. Пипец. Блин, вообще жутко. Сигнал ему чуть более четко. То есть, если ты говоришь налево, начинай сразу двигаться, и тогда он пойдет за тобой. Что ты ждешь, что он тебя услышит, но поскольку он тебя знает третий день, он еще не перенастроился. Угу. Это может быть, знаешь, из-за чего еще не... Оу. Короче, это может быть еще не только из-за физической боли, а из-за того, что он в целом достаточно тревожно... Не иди за ним. Достаточно тревожно себя чувствует. И типа сам факт того, что ему надо присесть и погадить, угу, его очень сильно беспокоит, потому что это максимально небезопасно. Ага, то есть он ходил, пока из него какашка не начала вываливаться, и тогда только сел. Угу. Ну, и что-то он дофига очень гадит. Он, наверное, поэтому корм не ест. А? Он на корм. Ну, так я имею в виду, что он поэтому не ест.
Потому что вот он начал есть больше. Посмотри, сколько он нагадил много. Я не слышу тебя, Золотко. Ты убирать-то будешь? Ну, так я же говорю. Это вот он вчера с утра поел и с вечера? Да. Ну вот. Так он поэтому не ест. Поел все раз, но все равно объем... Короче, собака может не хотеть есть, потому что потом она гадит, как конь. Тяжесть в желудке, тяжесть в кишках. Ну, короче, то, как он беспокоится, это не боль. Мне кажется, что... Как Апач погадил? Это очень много. Ну, не, это не как Апач, но это много. Пошли за. Пойдем. Давай. Спасибо. Ну, как пол Апач. Да нет. Ладно, как 2/3 Апача, но оно очень легкое. Типа Апач, если гадит столько, оно прям тяжеленькое. Да я не про вес, я про объем. Я поняла, про что ты говоришь. Так, ну здесь я снимать не буду. Покорми. Так, смотри, там хозяин вообще не в курсе, что вы тут стоите. Подходить не давай, наоборот, отходи. Он еще с музлом, господи. Уходи по тропинке в обратную сторону. Супер. Сейчас покорми, если возьмет. Отлично. Покорми. Вот сейчас он развернулся не чтобы поклянчить еду, а прям чтобы... А сейчас нет, на звук в карман. Ну, давай. Я полезла в карман, когда... Резцами. И нам надо уходить. Все, он уже не думает про собаку. Он такой... Супер! Отлично. Уходите через поле прям. Давай. Собака, смотрите, как близко. Это где-то 20 метров. Уходи. Не давай ему смотреть. Распускай потихоньку поводок. Супер. Все, он сам по дуге ушел. Ну, типа, даже то, что он двигался в сторону, где типа шла собака, если он туда не ломится, а просто ходит, это ок. Вот сейчас он будет нюхать воздух за собакой, не даем. Пошли. Чтобы он... Не-не-не, уходи влево и на тропинку. Уходи. Он сейчас будет тебя разводить на то, чтобы все равно полить. Тут, может, зайчи какашки какие-нибудь. Со шполя. О. Смотри-ка, арматурина торчит. Угу. Вот на таких пустырях это, короче, проблема. На наших пустырях тоже есть. В нескольких местах. А? Стекло. Ну, стекло в мягком грунте не так опасно, а вот... О! Ну, короче, стекло в
мягком грунте не так опасно, потому что собака почувствует, лапу отдернет. А вот с арматурой тут уже не особо разменешься. Забираю его. Супер. Там, кстати, собака шла, только я ее увидела позже, чем он. Угу. Вон у нас там ретриверчик идет. А? Да, да, я очень много комментирую, пока снимаю, чтобы это... Чтобы потом текстом не писать. Вот сейчас видно уже, что он такой, бля, я устал. У него рот приоткрылся. Язык в горле. Ну и здесь прошло очень много собак, даже за то небольшое время, что мы гуляли. А гуляем мы сколько? Ты без часов? Да. Гуляем мы примерно полчаса. Вот. И он прям нагрузился. Уже все. Если рот он закрывает, у него губы поджаты. Хвост, мне кажется, что более напряженный стал. Пойдем, Зая. Забирай его, забирай, потому что вот теперь этот ретривер прям за нами следом практически появился. Да, нормально. Если бы он продолжил упираться, нужно было бы чуть-чуть ускориться. И на второй раз тогда попробуем позвать или Машу, или может Вадима. Угу. Вечерком. Чтобы кто-то незнакомый был. Угу. Потому что я тебе говорю, он реально меня узнал. Такой. Брум-брум-брум-брум хвостом. Можно и Апача будет взять как ассистента. И издалека, я думаю, что он там не сильно сообразит. Или Снапочка, который будет... Не, Снапочек и так ему уже нехорошо. Я его сегодня на ручках выносила. Ну, из квартиры. А вчера, да, Арки на ручках несла. А он чем-то перегрузился накануне, слушай, я не помню уже. Вот здесь ему так медленно некомфортно идти. Можно чуть бодрее. Ага, хорошо. Ну тогда ты доходишь до точки, где надеваешь намордник. Клади в капюшон. Как правильно надевать намордник? Потому что он тоже, когда надеваешь его намордник, тоже разводит на эту дверь, когда ты уже не надевал. Показывай. Типа, ну пока у тебя есть еда, я, может быть, туда бошку суну. Надевай. Нет, просунь двумя пальцами прям в решетку туда. Да. Вот там размазался. Я вижу. Но это норм. Знаешь, что можешь намазывать прям реально на намордник? Изнутри цеплять кусок, если сыр позволяет. Нет, сейчас не давай, потому что он ждет. Пошли. Сейчас он будет собирать с пола. Иди. Вот сейчас можешь ему дать кусочек до того, как начал обтираться. Давай.
Давай, 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 давай. Отлично. Ай, поправь вам, пожалуйста, еще лобный ремень. Только предупреждаю его, хорошо? И можешь его поощрять время от времени, когда он не обтирается, а просто идет. Вот. Нет. Хорошо. А где мусорка? Вижу. Не пускай вперед. Не-не-не, вернись. Смотри, ты начала здесь идти, и он такой начал ускоряться. Вот если он ускоряется, не давай ему ускоряться. Потому что он туда идет проверять, есть ли там кто-то. Теперь идите. Вот так, норм. Капец, он такой на стрёме. Ой. Слышал, как облизнулся? Еды не дали. Знаешь, что надо еще делать на каждую остановку? Потому что мы все замираем. Угу. Вот сейчас он уже начал что-то глазами двигать. Удобно, кстати, у него там это белое. Лямка. Мы приехали. Выходим. Ну, конечно, капец напряженный сейчас. Сейчас? Да. Он такой, типа, у него хвост вроде расслаблен, спина вроде расслаблена, но уши нет. О. Типа, он стоит, но он такой в любой момент готов. Угу. Ну, готов, короче.